И всем привет, ребят! И сегодня у нас BTS с песней Бутер. Только не просто песня, а уже ремиксом. Hotter Remix. Ремикс, ребят, я еще не слушал. Давайте послушаем песню саму, я слушал. И смотрел реакцию. Вот подсказочка, если что, смотри, да. Лайк, да, подписываться, не забывай. Самое главное, это правило. И комментарии давайте пишите тоже, да. Но мы погнали, ребят, с вами смотреть эту замечательную реакцию. И не забывай подписаться, лайк поставить, да, и погнали. Всем привет! С вами я, опять Данил. Лайк поставил? Посмотрим с вами. Подписался? Я появился на своем канале, ребят. Тогда погнали. Вот, ребят, вот я в том видео, когда снимал именно песню, как только вышла песня BTS, ну это Бутер, я спрашивал, типа, какая лучше у них, как, типа, начало... Ну, в начале вот во всех видео у них, да, вот это вот Big Hit Music. Вот раньше была с пузырьками такая булю-булю-булю-булю-пульк. А сейчас вот такая, какая лучше, какая тебе вообще нравится. И напиши прямо сейчас комментарий, и будем протестовать, чтобы обратно вернули ее. Погнали смотреть дальше. Оу. Ух ты, нифига уже такой. Тру там тарам. Прикольно. Вау. Ой, да, красавчик. Ну, Чингук просто, ребят, просто Чингук это... Муа, вот такое вообще. Чингук мне нравится вообще. Чингук, Чимин, Тэхён. И вот именно они мои самые такие... Вообще они больше мне всех нравятся. Вот особенно у него сейчас такие волосы, знаете. Либо это такой, знаете, цвет кор такой, что вот именно такой фиолетовый. Но у него вообще вот такой сейчас яркий вообще. И вот именно локация вот эта яркая мне нравится. Я, знаете, ребят, как будто вот сейчас смотрю вот эту реакцию, как будто впервые слушаю эту песню. Отвечаю, у меня вот сейчас до сих пор мурашки побежали, вот до сих пор мурашки, и как будто впервые ее вообще знакомлю с этой песней. О, Тэхён. Ой, нет, Чимин. Чиминка, волосы, вообще у него волосы именно так покрашены в разные цвета, вообще прикольно. О, тут вот он, вот именно Чимин такой, он вообще, вот тут красавчик, такие сережки, волосы в беленьком. Вот он больше мне всех, вот другие армии, ребят, без обид, но мне он больше нравится. Ну, я именно он мне больше как по вкусу, вот именно вот этот голос вообще такой. Ну и Чингук, они не все, я не говорю, что они там этот хороший, один плохой. Именно он мне больше нравится, а другие тоже нравятся, не переживайте, так что армии не хейте. Куда тут? Это больно.
Кстати, все тишина, да? А, не. Репетиция. Да, вот это нечто, вот, вот именно, вот, вот, ребят, я эту песню слушал, мне она так понравилась, я вот до сих пор даже, где я, куда я не хожу, я всегда слушаю эту песню, да. Ну, на этом у меня все, если тебе понравилось, понравился этот клип, то не забывай лайкнуть и, конечно же, подписаться на, ниже на канал, чтобы не пропускать, но это много интересного, подпишись, нажми на колокольчик, поставь лайк, напиши комментарий. И все, и ты официально будешь подписан, и я тебе очень благодарен. Все ребят, кто на меня подписан, вот такие, а кто не подписан, ну, как бы, такие тоже, но вот такие, где-то вот между этим. Сделай себя вот таким, так что подпишись, поставь лайк, напиши комментарий. Ну, на этом у меня все, песня класс, встретимся с вами в следующем видео, до новых встреч, пока.